1887 год – значительная веха в жизни юного Ленина. Незадолго до окончания Симбирской гимназии в Петербурге был арестован и казнен за подготовку покушения на жизнь царя брат Владимира Ильича Александр Ульянов. Естественно, после такого о столичном университете будущий вождь мировой революции не мог даже и мечтать. 29 июля Ленин подал прошение ректору Казанского университета о приеме его студентом на юридический факультет. С золотой медалью и отзывом от бывшего гимназического начальства 13 августа 1887 года Владимир Ульянов был зачислен студентом первого курса Императорского Казанского университета. Считается, что Казанский университет – это то место, откуда Ленин сделал первый шаг в революцию. Это сложившееся такое в историографии утверждение. Революционное крещение Владимира Ленина связано с актовым залом Казанского университета. Здесь 4 декабря 1887 года состоялась знаменитая сходка казанских студентов, имевшая резонанс не только в России. Именно в Казанском университете Ульянов обращается к трудам Маркса, то есть начинает изучать марксизм и принимает участие в большой студенческой сходке, которая аккумулировала недовольство студентов существующим университетским уставом. Это его было первое открытое участие в таком неповиновении официальным властям. За актовым залом, а ныне императорским, находится мемориальная аудитория номер 7 с сохранившейся партой студента Ульянова. Облик этой аудитории восстанавливал историк Григорий Вульфсон. Стоит отметить, что она вызывает наибольший интерес среди всех посетивших Казанский университет иностранных гостей. В полном объеме вернулись отреставрированные студенческие парты, столы. И, конечно, по воспоминаниям здравствовавших однокурсников Ульянова удалось установить место, где он когда-то сидел. Это второй ряд ближе к окну. Сегодня вокруг Ленина не прекращается жаркая дискуссия. Одни считают его жестоким диктатором, другие – освободителем рабочего класса. Но, несмотря ни на что, до сих пор всякому, кто изучает политику, оппортунизм Ленина дает богатую пищу для размышлений. Примерно как для изучающего искусства полезно знание модернизма, безотносительно к тому, нравится ли ему такое изображение реальности. Камиль Гемоздинов, Универньюз.